Можете ли вы назвать себя человеком неба или космоса? Или космоса? Такой вопрос. Ну, если сказать антинаучно, можно сказать, что на небе жить невозможно. Можно лишь кратковременно взлететь на самолете и опуститься. А в космосе мы живем, например, почти полгода, благодаря Международной космической станции. Если рассуждать в этом ключе, то, конечно, мы считаемся людьми космоса. Но вообще люди так или иначе, это люди неба и космоса. А я сам себя отношу поклонникам как неба и космоса, как сейчас говорят, фанатикам того и другого. Но хочу сказать, что небо и космос – это что-то. И для меня небо и космос – это мое хобби. Все, что относится к космонавтике, я очень люблю. И стараюсь этому делу посвящать большую часть своей жизни. Вот так вот.